К другим темам. Члены российского правительства несут личную ответственность за выполнение антикризисного плана. Каждый должен отвечать за конкретный участок деятельности. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев на заседании Кабинета министров. Премьер подчеркнул, к работе нужно приступить незамедлительно. Одним из главных направлений он назвал поддержку бизнеса и продолжение курса на снижение участия государства в экономике. Лучшим антикризисным средством является предоставление большей свободы бизнесу, но не без нюансов. При этом важно соблюсти баланс интересов сторон, включая самих потребителей. Поэтому нужно повышать ответственность субъектов саморегулирования, включая, кстати, возможную имущественную ответственность, обеспечивать большую прозрачность принятия ими решений, открытость публикования правил. Для этого необходимо повысить эффективность нормативно-правового регулирования этих отношений.